Сравня есть? Смирно. Здравствуйте, юные богатыри! Давайте потренируемся. А то как приедете куда-то на областные соревнования, будете драться, то в лес кто-то нравится. Одно слово скажите. Здрасте! В областных соревнованиях, вы знаете, что у нас 96-й год и моложе, в середине декабря едут в город Орехово-Зуево. Так что здесь вот потренируйтесь, как правильно надо поднимать штангу, покажите свои лучшие результаты и будете блистать на следующем помосте, это в городе Орехово-Зуево. А сейчас я представлю, кто выступает вот в данный момент. Девушки. Опекунова Ксения. Опекунова Юлиана. Дорофеева Таня. Суздальская Ольга. Грушек Анна. Шеклеина Кристина. Вот эти девчонки выступают в сегодняшнем потоке. Ребята, выступают Масленников Николай, Силопеп Никита, Тахмазян Данила, Некрасов Иван, Пастухов Павел, Пиратов Михаил, Городинов Владимир, Евлантьев Илья, Фомин Максим, Ружанов Дмитрий, Попов Николай, Щерпаков Антон, Федоренко Стас, Шепелев Антон, Перепонов Александр, Никитин Николай, Никитин Никита, Валышев Дмитрий, Сузовцев Андрей, Пилатов Игорь, Тандаров Муклис и Мурашов Данила. Вот эти атлеты выступают в данном потоке. Значит так, вы делаете первое движение, рывок, потом вы отдыхаете, начинают более старшие выступать. Они выступили, потом вы так, толчку. Мы вам скажем, когда кто будет выступать. Сейчас, значит, на продок и на разминочку шагом марш. Кто там в разделе, вы не спешите. Кто много начинает, там побольше не спешите. Посмотрите, я ставил бы 14 килограммов. Три атлета подойдут на этот вес 14 килограммов. Они сделают свой заключительный подход. Атлеты вроде готовятся на вес 15 килограммов. И первым будет Дорофеева Таня вызвана. Итак, вес установлен 14 килограмм. Масленников Николай. Заключительный подход. Готовится Фомин Максим. Держи, держи, держи. Итак, закончил с результатом 14 килограммов. Фомин Максим. Все точно так же, давай, 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 разгоняй, разгоняй. Быстрее, быстрее, быстрее. Вот так вот. Молодец. Закончил с результатом 14 килограммов. Никитин Никита Ступина. Заключительный подход. Закончился результатом 14 килограммов. 15 килограмм на штангу. Тахмазян Данила готовится. Я тебе, блин, поставил.
Машину мне поставили. Сейчас кошечку возьмем. Хмазян, Данила. Готовится Попах Николай. 2 килограмма стояло. Поставим 2,5. Готовится на 20 килограммов. Попов Николай. Вес взят. На 20 готовься. Федоренко Стас. Федоренко Стас. Маечку заправить, выйти. Вы куда бежите? Там надо порядок собирать. Вверх делаю замечательно. Вот ты какая-то. Пошире возьми, пошире. Еще шире. Удобно. Давай. Опусти. На 20 готовишься. Установить на штангу 17 килограммов. Дорогие Гатани готовится. Ну, 2,5. Большой пакет красный. Можете большую дверь поставить 2,5? Да. Красный. Так вы куда? Будет 15, еще. Будет 22. У вас 16. У вас 16 килограмм. 19. Грек 15, 17. Итак, на штанге 17 килограммов. Дорофеева Татьяна, город Ступино. Готовится Суздальская Ольга. Также из города Ступино. Суздальская Ольга. Готовится Буцак Анна. Также атлетки из Ступино. Обстить. Судью смотри. Сколько? Буцак Анна. Также вызываются к этому весу атлетки из города Ступино, Дорофеева, Суздальцева и Буцук. Атлеты готовятся на вес 20 килограммов. Силаков Никита будет первым вызван. Да-да, девчонки. Все три девчонки из Ступино. 19 килограммов. Заключительный поход. А второй поход, извините. Вес взят. Суздальцева Ольга. Готовится Буцак Анна.
Мацука Анна. Так, ребят, если толпимся, либо садимся туда, либо идем в зал. Нет, нет. Там есть икра, сразу можно увидеть. Узнаем на штангу 20 килограммов. Силаков Никита будет приглашен к этому весу из города Ступино. Итак, вес готов. Тахмазян Данила.
Везде. Закончился результатом 20 килограммов. 21 на штангу. Дорофеева Наталья. Город Ступино. Атлеты готовятся на вес 22 килограмма. Силаков Никита будет вызван первым. Итак, вес готов. Опустить. Вес взят. Закончилось с результатом 21 килограмм. 22 на штангу. 22. Силаков Никита готовится. За ним Пастухов Павел. Итак, вес готов. Пастухов Павел. Ой, извините, Силаков Никита, Пастухов готовится. Силаков Никита, первый подход. Пастухов готовится.
Нельзя? Установить на штангу 24 килограмма. Сиваков Никита, кто там у нас отстанет? Извиняюсь, Шепелев Антон первым подойдет. Готовит Сиваков. Вес взят. Сиваков Никита. Пастухов готовится. 28. Пастухов Павел. Город Ступино. Это готовится на вес 25. На штангу. Суденцы там к этому весу подойдет. Первым. Затем Апистова Ксения. Итак, вес готов. Суденцы Андрей. Город Видное. Отель готовится на вес 26 килограммов. Нельзя. Отлично справляется с весом 25 килограммов и заказывает 26 килограммов. Рыжанов Дмитрий. Второй поход. Город Ступино. 26 килограммов. 26 поставили. 26. Телефонов Александр готовится. Что именно?
26. Нельзя. Закончил результатом 26. Симаков. Заключительный подход. Закончили с результатом 26 килограммов. Установить на штангу 27. Шепелев Антон, город Ступино. Thank you.
Встает на штангу. 31 килограмм. Фавор, поставь 30 килограмм. Павлушев Дима, 30 килограммов, первый подход. Так, вернись назад, мальчик назад. Давай, мальчик, направь мальчик. Вверх взял. Следующий какой вес? 35? Положи. А? Да, 31 на штангу. Создан Сапантрой, заключительный подход сделал из города Винного ответ. Шеклерна Кристина. Thank you.
Витя. Пацанова Елена. Городинов Владимир. 34 на штангу. Некрасов Иван. Красный и синий. Итак, 34 на штанге. Некрасов Иван. Сейчас будет оценка. Сейчас будет. Сейчас десятки одеваем. Одеваем? Да, 35 на штангу. Десятки, не надо. Филатов Михаил к этому весу подойдет к весу 35 килограммов. Отъеды из города Вильнюя. И Валышев Дмитрий. Итак, вес готов. Булатов Михаил. Попытка.
попытка. Закончил результатом 33. Шеклейна Кристина. Вензят. Закончил результатом 35 килограммов. Филатов Михаил. Заключительный поход. Не спеши вставать, не спеши. Посиди. Попытка. Закончилась результатом 30 килограммов. На штангу. Так, что дорогу перегнать? Камбаров на крест. Атлеты готовятся. Соберись. Вот, Серёга, как никогда. Что, руки мокрые? Попытка. Попытка. Закончил результатом 35 килограммов. Установим на штангу 40 килограммов. Щербаков Антон готовится. Итак, на штанге 43 килограмма. Щербаков Антон. На 45 готовится Евгений Пыля. Нельзя. Снимай. Закончение подход сделает Балышев. Дима. На 45 готовится Еланти Пылья. Нельзя. 45 на штангу. Евлантьев Илья. А на 46 готовится Щербаков Антон. На 50 Филатов Игорь. На 60 Мурашов Данила. Итак, вес готов. 45 килограммов. Евлантьев Илья. Первый подход. Город
видно. На 60 килограммов готовится Мурашов Данила.
Попытка закончилась результатом 50 килограммов. Филатов Игорь. 53. 53. Штанги 65 килограммов. Мурашов Данила. Второй подход. У него есть еще 1,5 минуты. Остался один атлет. Алексей.
Влад Бобин Евгений, Одинаев Камрон, Киселев Григорий, Талудов Талуд, Дубовицкий Алексей, Чикин Николай, Соболев Александр, Барышев Николай, Шенгину Гела, Михаил Дима и Сапачев Илья. Дорофеева Таня. Обстить.
Сколько парень? 28? Титовенко Стас. Опустить. Ой, ноги ровно ставить. Ноги ровно подставил. Сколько пойдет? 26. Лёнь, подвинь меня сюда. Двадцать семь на штамп. Силовой Никита. Ступина. Готовится Пастухов. Нельзя. Пастухов Павел. Опустить. Нельзя. Установить на штангу 28. К этому весу называется Суздальская эрго. Заключительный подход. Ноги, ноги. Опусти. Закончился результатом 28. Установить наш тамбур 30 килограммов. Конечно, да, все по самому. Николай готовится к этому весу. Ноги. Это что я отвечу? Опустить, вес защиты. Следующий вес какой? Силаков Никита. Тормозян Данила готовится. И Пастухов Павел. И Федоренко Стас. Вот на один лет подают к весу 30 килограммов. Опустить. Тормозян Данила. Какой следующий? Симаков, да? Симаков, да. Данила сейчас готовится по сухой Павел. Итак, вес установлен, 30 килограммов. Тахмазян Данила, второй подход. Пастухов Павел готовится. Попытка. Ничего, ничего. Пастухов Павел. Да.
Федоренко Стас готовится. Ноги. Ноги. Обстить. Вильзя. Федоренко Стас. Какой господин? Федоренко Стас.
Все-таки им такой не нужно бояться. Фиксирует 34 и заканчивается этим весом. Установить на штангу. 35 на штангу. Городинов Владимир к этому весу будет вызван. Владимир, за ним Рыжанов Дмитрий, Перепонов, Суздальцев. Вот эти ответы будут выжжены на вес 35 килограммов. Городинов Владимир. Thank you.
Рыжанов Дмитрий. Да. Перепонов готовится. Обстить. Без защиты. Александр. Обстить. Суздальцев Андрей. Обстить. Закон
лошади, мы кажем 40 килограммов. 41 на штангу. А у кого был аппарат еще с собой? Из девчонок кого-то. Городинов Владимир. Рыжанов Дмитрий. Городинов готовится. И давай туда. Суздальский Андрей готовится, а Городинов просто пойдет. Акции. Закончил результатом 41. Суздальцев Андрей. Вот, сейчас.
Филатов Михаил готовится. Обстить. Вес взят. Следующий какой вес? Аганимс, какой? 50 килограмм. Филатов Михаил. Шеплив. Антон готовится. Обстич. Без взят. Шеплевер Антон. Обстич. Вес взят. 47 на штангу. 46. Да, минуточку, минуточку. 46. 46 на штангу. Некрасов. На 47 Шеклеина Кристина готовится. Закончил результатом 46. 47 на штангу. Я выложу, а ты... Хорошо, там можно скачать. Вес готов. Шеклеина Кристина. Первый подход. Две минуты.
Атлеты готовятся к весу 50 килограммов. Камбаров Мухлис будет вызван. Итак, опекунов Ульяна, третий подход. Хорошо, из груди давай, что собралась. Дима, иди сюда. Молодец. Попытка закончена с результатом 45. Камбаров вниз. 50, да? Давай, Камбаров вниз. На 50. Ты не выходи на помост, пока вес не готов. Я вызову. Вот. Забери. У сутрику в нос. Все. Володь, блин, забери. Вес готов. Камбаров Мухлис. Шепелев Антон готовится. Соберись. Держи, держи. Апси. Вес взят. Шепелев Антон. Лёнь. Штаб, Лёнь. Поправьте, да. Скажи ему, чтобы убавил звук. Держи. Ноги, 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 ноги. Собирай ноги. Апси. Закончил результатом 50 килограммов и сумма 80. 51 на штангу. 51. Лёш. 51. 51 килограмм. Шеклеина Кристина. Второй подход. На 52 готовится Валышев Дима. Потерпи, потерпи. Силы сильно. Апстить. Нельзя. 52 на штангу. 52 на штангу. К этому весу Валышев Дмитрий называется. Апси. Нельзя. 52 на штанге. Кристина Шеклеина. Третий заключительный подход. На 53 готовится Камбаров Мухлис. На 65 Евлантьев. На 60 Филатов Игорь. На 80 Мурашов. Держи, держи, держи. Вес взят. Закончился результатом 52 килограмма. 87 в двоеборье.
53 на штангу. Камбаров, Мухлис. Заключительный подход. Ноги, опустить. Вес взял. 56 на штангу. Щербаков Антон к этому весу будет вызван. На 55, на 57 Балышев. 57 ставьте. Перезаказ. Балышев Дмитрий, заключили подход. Второй поток. Более старшие ребята, разминайтесь. Апсли. Закончился результат 57 килограммов. Щербаков Антон. Thank you.
килограмма выполняет первый юношеский разряд. Ему всего 11 лет. Вставай, 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 потерпи. Закрепись из груди ровненько вверх. Держи, держи, держи. Обстой. Вот, мы продолжаем вопрос выполненного разряда. 65 на штангу. Подожди.
80 на шагу. Малышев Данила. Первый подход. Он сделал плюс 80 килограммов. В руке он выбрал 70. Вес готов. Первый подход. Хорошо, Данила. 98 года рождения, сообщенный вес 97 килограмм. Руками. Привет.
Саш, садись. Самый маленький вес 65 килограммов.